В преддверии Дня Победы российское правительство приняло решение выделить на улучшение жилья для ветеранов дополнительные средства. Об этом заявил Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании. Премьер отметил, что по этой программе дома и квартиры получили уже больше россиян, чем планировалось. Глава Кабмина также просил губернаторов продолжить работу по ремонту и помощи тем ветеранам, у которых нет льгот на улучшение жилищных условий. В очереди стоит еще порядка 10 тысяч человек по состоянию на 1 апреля текущего года. Чтобы они получили то, что им положено, в текущем бюджете предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить жильем не менее чем 8500 ветеранов, в том числе всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также правительство увеличило единовременную выплату из материнского капитала. На этот год теперь сумма составит не 20 тысяч рублей, как это было раньше, а 25. Непосредственно через собрание.